него. Баба не спит, к моей коже сидит, к мою шерсть придет, мое мясо варит. Сейчас, как дверь, сейчас, когда деревья горных, а пойдем. Какие-то черные комья тонкие, растущих в разные стороны. Шебуршат опавший листвой, а он зайку белее. Кругом все тихо. Про бабу-ягу и лебедь. Баба-яга летает по воздуху вступит. Святой пожелал улетает. Едем же, улетает из трубы. Никогда не видно прийти может. Хватает на разные деревья, как вход. На ветвях красивые кольи кучи, кто-то гнёт. И ухватит за бочок. Очень страшно. Сказочники, так выряют веселые сказочники. Когда деревья голы, на них увидишь такое, что летом не разглядишь. Вон, шали, березы, и будто все они красили звезды. А подойдешь ближе, совсем это не звезды, а какие-то черные комья в тонких прутьях, растущих в разные стороны. Медленно мертвы. Помнишь, тебе будет сказку про Бабу-Ягу и Лебедь? Баба-Яга летает по воздуху в сути, а светлый камелон залетает. Thank you.
полном угле. Ни льда, ни вечно, светлы обойтись не может. Вот они запускают на разные деревья такую хвость, чтобы у них на ветвях вырастали уродливые коми сучьев вроде мётел. Так и умирают весёлые сказочники. Мурзик, на, Мурзик. Какие-то черные комья тонких прутьев, растущих в разные стороны. Все эти минометы.
Так.